Сегодня закончился двухдневный мастер-класс по детской стоматологии у Екатерины Михальковой. Масса положительных эмоций и впечатлений. Я узнала ответы на все интересующие меня вопросы. Катерина подробно рассказала о психофизических особенностях детей при лечении зубов в разные возрастные периоды, выбор метода герметизации, лечение пульпита временных зубов у детей, выбор и свойства материалов, которые она здесь применяет, лечение травм зубов. В общем, мастер-класс очень понравился. Лично для себя это большой опыт. И то, что я здесь увидела и услышала, буду применять у себя в практической работе для лечения зубов у детей.